Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что же, для начала зайдем на арену. Запрос. Так, 24 карточки ведьмы и сундук. Посмотрим, что нам выпадет из сундука. Слушай, ну я тебе скажу, очень даже круто. Реворд меня порадовал. Давай посмотрим, какие здесь сейчас уровни будут. И, наверное, мы с тобой все-таки подеремся. 75-й левел против нас. И я думаю, что вполне должны мы здесь с вами зарулить. Только нужно определиться, кого будем брать. Здесь у нас есть хищнец. Против хищнеца, естественно, мы будем брать Ронина. Больше я пока не знаю, кто бы был лучше. Так, поехали. Сейчас, ребята, быстренько пройдем. Потом попробуем ежедневные события пройти. Посмотрим, что там у нас будет. Какие враги, что нам будут давать. Так, вышел големчик, да, против нас. Ну, давай тогда вызовем мага-воина. Ну, тут и здесь, ребят, разбираем его. Так, выходит паладин. Сейчас мы его снесем, наверное, да? Ну, почти, ребят, получилось. Все отлично. Он применяет ульту. Мы, конечно же, с вами тоже применяем. Думает, один такой умный. Ничего подобного. Ну что, я думаю, все, ребята, замку вражескому хана приснилось. Сейчас мы его быстренько разберем. Все. То есть, арену мы с вами прошли. Первое место, главное тут удержаться. Еще и новый рекорд. Все шикарно, меня это устраивает. Ребят, смотрите, какая здесь еще проблема у меня. Я захожу вот в эту вкладочку, и куда-то подевались все мои друзья. Представляешь, просто их нету, как будто их кто-то стер или удалил. Не знаю, почему такое произошло, но вот факт остается фактом. Так что, ребята, если кто у меня был в друзьях и кто смотрит, кто играет, то, пожалуйста, примите приглашение мое, потому что я задолбаюсь иначе копить на дружеский сундук без корешей, можно так сказать. Подарки отправлены, в общем, ладно, ребят, продолжаем играть. Ну что же, ежедневное испытание у нас, давайте посмотрим, кто здесь. Служитель тьмы, камикадзе, прыгун и ведьма. Кого мне дают на выбор? Давай посмотрим. Любого, поэтому я думаю, что есть смысл поиграть. Тем более разыгрывается здесь ведьма. Только вот кого? Давай так сделаем, возьмем зомби-взрывника. Так, там у нас прыгун. Прыгуна, естественно, будем Ронином, наверное, да? Контрить. Возьмем вот так вот. Подожди-ка, у нас танков нету, ё-моё, что за дела? Давай-ка мы возьмем, наверное, джиггернаута здесь. Вместо ниндзи мы возьмем баллисту и, конечно же, ведьму. Ну, попробуем как-то вот таким вот макаром. Если все получится, то будет классно. Если не получится, будем что-то кумекать дальше. Стопудняк, он будет вызывать, наверное, прыгуна в первую очередь. Мне почему-то так кажется. Но в любом случае, если что, Ронин будет прикрывать. Нет, он вызвал. Давай так же сделаем. Зомби против зомби. Но его зомби-то покрепче будет. Смотри, активировались. Бамс. Только мой еще и лужу оставил за собой. А вот, ребятушки, и прыгун. Ну, давай, прыгай, будем вот так вот делать. Ну, ты смотри, а. Ха-ха, нет, мы его все равно подбили, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот это вот нежелательно мне. Хорошо, как-то умудрились выжить. Ну, по крайней мере, мой. Так, куда ты пошел? Взрывайся! Эй! Родной, успокойся. Разбуянился. Так, самое время призвать нам ведьму. Ну, ведьма. Все, я вызвал. Сейчас он стопудово будет призывать прыгуна. А нет, зомби, зомби скорее всего выйдет. Нет, прыгун все-таки. Хопа, и минус. Ха-ха. Нет, парень, здесь уж ничего у тебя не выйдет. Никакая тут тюрьма не задержит наших ребятулек. Иди отсюда. Ну-ну-ну-ну-ну, ай, не дошел маленько. Ну, в любом случае, ребята, здесь победа за нами. Мы с вами здесь справились, как вы видите. Ну и получаем сундучок, в котором нам выпадет 22 карточки на ведьму. Слушай, я надеюсь, что и следующий приз будет тоже ведьма. Поехали, собираем тот же самый абсолютно отряд. Берем базу вот эту вот. Потом возьмем Ронина, мага-воина, джаггернаута. Можно, в принципе, взять и прыгуна, но я не хочу. Возьмем баллисту. Кстати, баллисту я даже не успел применить в этом этапе. Ой, поехали. Второе сердечко мы с вами тратим. Так. С кого он там начинал? С прыгуна, да, по-моему? Ладно, я буду на изготовке, буду поджидать его.
Пускай он на многое здесь не рассчитывает. Ну где твой прыгун? А, нет, ребят, конечно же он с зомби начинал. Давай мы вот так вот сделаем. Мы сделаем вот так вот. Хоп, ну погибли, да, я не спорю. Вот сейчас будет прыгун. Да, абсолютно, ребята, зацикленная система здесь. Ничего с этим не поделаешь, ну офигли. Погнали. И мой Ронин добивает. Так, тюрьма, она нафиг нам не нужна здесь. Уничтожаем ее. И продвигаемся с вами дальше. Так, забираем манну. Я могу, в принципе, уже призывать спокойно ведьму. Ее здесь одной будет достаточно, чтобы вообще разобраться с этой ситуацией. Сейчас мы так и сделаем. Ну вот, ведьмочка моя вышла. Прыгун тут бежит, без истерики, поэтому ему крышка. Одного удара было достаточно, чтобы его просто покарать. Ай-яй-яй. Зомби-камикадзе взорвался, но у нас никто не погиб. И мы с вами получаем... Да, 12 карточек на ведьму. То есть ведьма у нас отдается. То есть и последний бой тоже будет связан с ведьмой. 7 карточек мы должны будем получить. Поэтому давайте, ребята, по-быстренькому этот этапчик пробежимся. Набираем абсолютно. Зомби-камикадзе здесь даже не нужен, я думаю. Возьмем вот так и вот так, пожалуй. Ну и, конечно же, ведьму. Вот таким вот образом мы с вами должны пройти последний вот этот вот этапчик. И потом пойдем на основную сюжетную линию. Там будет очень сложно, ребят. Уровень моих врагов намного больше. Мы, помните, в прошлой серии смотрели на 8, порой даже на 9 уровней выше. Это, по-моему, вообще перебор. Здесь, кстати, очень хорошо должна зайти ниндзя. Посмотрим, уничтожит она до того, как он подойдет к нам. Да, именно так и происходит. То есть ниндзя как раз хороша против... Ну куда ты, куда ты, куда ты, радость ты моя, прыгун, успокойся, отдохни, расслабься, почитай книжку в конце-то концов. Поехали. Тюрьму, ребят, мы с вами уничтожили, и ведьма моя на выход пошла. Ускоряться мы не будем, не будем, как говорится, тратить с вами деньги. С удара ложим прыгуна, а вот это плохо. Да, это было плохо, ребята. Зомби, как ни крути, все-таки силен. Умудрился взорвать мне мага-воина. Ну, я думаю, что все. Замку будет крышка. Все, ребятули. Мы победили. Забираем последние наши 7 карточек на ведьму. Вот она, радость моя. И все, мы с вами завершили здесь эту эпопею. Да-да-да, все, хорош-хорош. И давай, наверное... Так, арена, первое место, тут все понятно. Давай зайдем в магазин, посмотрим, что мы тут можем с вами взять. Абсолютно ничего, даже опыта нам не дают. Что у нас по армии? Я хочу в данный момент посмотреть про ведьму. Оу, ребята, 2000 нужно для того, чтобы она получила пятую звезду, а у нас всего 268 карточек. То есть нам еще собирать и собирать. Вот мне вот это вот интересно. Зачем у нас вот эти вот карточки идут в... Ну, вот видно, написано максимально. Зачем вот нам идут в плюс? Почему их нельзя как-то обменять или еще что-нибудь с ними сделать? Может быть, какой-то задел на будущее, а? Может быть, в дальнейшем... Они все-таки хотят улучшить игру и повысить максимальный уровень героев и так далее. Кстати, ребята, я в поддержку хотел написать по поводу того, что у меня куда-то делись все друзья с игры. И так и не смог туда достучаться, просто не открывалась эта страница техподдержки. Зато страница форумов открывается до сих пор. В чем проблема? Не знаю. Ребят, может быть, исправится. Будем надеяться. Так, ну а мы с вами переходим на основную сюжетную линию. Мы с вами остановились на карте захватчиков. Это у нас четвертая миссия. И здесь улитка. Ага. Здесь у нас улитка. Поэтому я думаю, что, наверное, вот этот вот отряд будет в самый раз. Мы будем, если что, улитку контрить именно нашим мечником. А она сейчас полетит. Она сейчас должна рвануть. Счет не идет. Но я на всякий случай... Вот, стоило только, ребята, вызвать, и она летит. Сразу бьет или нет? Нет, не сразу. И это хорошо. Так, ну сейчас он стоп... Ах, вот он как сделал. Он немножечко не так, как я рассчитывал. Ну да ладно. Воблер, конечно, это пакость. Еще та. О, не-не-не-не-не-не-не. Давай так сделаем. Не сможем, да? Или сможем? Ах ты! Он все-таки, ребят, похитил. И оборотень... Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Черт подери. Блин. Нет, оборотень мой там не справится. Мой прыгун не справится. Так, давай-давай-давай. Вот, летит. Сейчас, похищай этого. Хе-хе-хе, взорвался, идиот. Пришелец, ребята, взорвался.
Как раз он хотел его прихватить, но не вышло у него ничего подобного. И улитку разбомбили. Вообще по красоте идем. Так, улитка, давай обратно, обратно. Так, пришелец, кого? Он кого-то похитил у меня, ведь так? Или нет? Чё-то я, если честно, не успел усмотреть этот момент. Ну, замку, смотрите, ребят, сейчас будут кранты. Мы уже подошли вплотную. Я все хочу друидку вызвать. Оу, тихо, там, ребята, воблер. Под прикрытием, давайте так сделаем. Черт возьми, нифига не получается. Да ну, ты посмотри, он все-таки похитил. Этот пришелец, ребята, похитил. И у нас 53 секунды на все про все, ты понимаешь? 53 секунды. Черт бы их побрал. Прыгун, давай там побежал. Сейчас похитит, да, прыгун? Блин. Но почему ты свои тотемы-то не ставишь дальше, а? Ё-моё, друидка, ты достала, серьезно тебе говорю. Давай нормально себя веди. Чё ты фигню фуфло какой-то нам гонишь тут? Не понимаю я этого. Ну, активируйся, взрыв, отлично, хотя бы так. Я просто, ребят, за время переживаю, у нас очень мало времени. Очень мало времени. И замок, ну почти, ребят, почти подбит. Это все равно ворует, говнюк. Да чё, как он может два раза-то воровать, я не пойму. Что за дела-то происходит, а? 6 секунд, да кто-нибудь может? Нет, нет, ребят. Или мы успели? Ё-моё, прыгун, молодец, красавчик, я даже не ожидал. Там на последних, ребята, секундах как-то умудрились мы взорвать. Я, честно говоря, этот момент пропустил, я смотрел, как у меня там друидка бомбит. Но, оказывается, прыгун сделал наше дело, браво. Так, а вот здесь уже будет сложновато. А здесь у нас лорд пустоты прибавляется. Поэтому, наверное, нам придется, наверное, вот этим отрядом. Давайте рискнем. Ух, скрестим пальчики и, надеюсь, у нас все здесь получится. Так, надо нам, если что, контролировать ту самую улитку, которая будет сейчас стопудово вылетать. Или не будет? Я на всякий случай отправлю голема и буду поджидать. И нам нужно как можно... Да чтоб тебя! Эй, так нечестно! Ребята, он против меня голема. И сейчас этого прихватит, да? Ёпарасете, ну ты посмотри, какой жучара, а. Вот это жучара, я вам скажу. Так, хорошо, давай чумную мышь вызовем. Будем заплевывать. Там кто-то... Да, там улитка, ребят. Там вся вот эта вот погонь прилетела, называется. Ай, минусанули. Что, нам остается вызывать, наверное, только баллисту здесь. Ну, баллиста, ну. Давай, стреляй. Да стреляй, ты говорю. Опять, ребят, опять летит воришка-пришелец. Ну-ка. Ой, как плохо-то. Черт, о, ах, ты посмотри, уже лорд пустоты явился. Ой-ой-ой-ой-ой. Лорд пустоты, собственно, персоны. Дай мне деда вызвать. Деда, ребята, я вызвал, я попытаюсь. Хопа. Как думаешь, получится или нет? Нет, к сожалению, ребята, мы получили с вами урон по замку, соответственно, миссия провалена. Ускоряемся. Идите отсюда все, я разгневался. Хоть мы с вами и победили лорда пустоты, но сфейлились, к сожалению, ребята. Что-то вообще тут расколбас капитальный. Сейчас, 27 секунд, при всем при этом мы должны как-то успеть. Нет! Мы и по времени, по-моему, здесь, ребят, с вами не успеем. 11, 10. Ха-ха-ха. Да, и так сфейлились. Слушай, наверное, придется нам брать имбовую команду. Смотрите, мы и тут не успели. Вот так вот. Это надо делать, ребята, выводы. А вывод только один, что надо менять команду. Попробую. Я все-таки попробую взять вот эту вот. Должны мы здесь, наверное, все-таки выиграть. Ой, бесявая улитка, а? Бесявая улитка. Но самое бесявое, что мы не успели с вами вызвать лорда пустоты. Вот, ой, лорда пустоты. Нашего деда. Не успели. Он быстрее своего лорда вызвал, который возле нашего замка крутился. Ну, вы, короче, все это сами прекрасно и без меня видели. Так, что тут? Давай, пролетай, и я буду вызывать... Да чтоб тебя, да пошла ты, улитка, к чертовой бабушке. Ты достала, блин, охламонище, блин. Опять, ребята, фейл.
Опять, ты понимаешь? Все из-за этой гребаной улитки. Ё-моё, блин. Я, ребята, ускорился, но вы поняли, зачем, для чего. Попробуем сейчас с вами так запинать базу ему. Должно же это получиться у нас. Или что, или нифига. Или нифига, как говорится. Ну-ка, попробуем пробить. Ничего не получается. Лорд пустоты, давай-ка, погибай уже, ты достал, вот серьезно говорю. Ураганчик нам в помощь. Может быть, так что-то? Да, мы его забомбили. Успели. Слушай, ну времени у нас еще минута, судя по всему. Я думаю, что мы пробьем ему башню, но вот насчет урона, конечно, опять же ничего не получилось. Мы с вами заработали урончик. Поэтому не засчитываться, переигрываю. Ёлки-палки. Блин. Мне надо было, наверное, все-таки выпускать циркуляру. Он дешевый. И этот. Но он, смотрите, как делает хитро. Он выпускает пришельца, так? А уже за пришельцем выпускает улитку. Давай проверим. Вот, я вызвал. Вот он похищает. Ну? Ну, хотя бы так сделаем, ребят. Хотя бы так. Ха-ха, он даже не похитил, ты прикинь. Он даже ниндзю мою не похитил. Фух. Ну, бас. На-ка, получи. Так, морпех слизень. Да? Все, ребята, я вызываю ведьму. Я ее уже вызвал, она сейчас пойдет. И, конечно же, будем все это дело прикрывать. Кто нам нужен? Нам нужен Родин. Он в истерике вышел. Так, замечательно, давай пробомбим, попробуем. А вот, ребята, и лорд пустоты, собственной, блин, персоны, заявился. А если я вот так сделаю? Моя ульта сработает или нет? Она срабатывает, но... Давай, лорда пустоты, бомби! Ведьма, 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 давай еще ударчик. Черт назва, да? Или получилось? Не могу понять. Фух, подбили, все. Вот на этот раз все шикарно, все отлично. Даже несмотря на то, что воришка-ниндзя там кого-то у нас похищает. Какой воришка-ниндзя, когда этот воришка-пришелец? О чем я вообще думаю? Я думаю о своих ниндзях и говорю о них. Ну, пошел расколбас. Давай расколбас делай. Нормулька. Все, здесь прошли. И значит, мы переходим с вами на следующую локацию. Так, забираем здесь реверс с вами. Ну, неплохо. 10 бородавочник, 10 лорда пустоты и 10 жаба с пушкой. Ну что же, карта подданных. Давай посмотрим. Надеюсь, здесь без бандитов у нас будет. Но, скорее всего, здесь уже будет фехтовальщик присутствовать. Так, в принципе, я думаю, что вот этот отряд хорош будет. Погнали, будем разбираться с ними. Конечно, продолжить, ё-моё. О чем тут речь? Сейчас будет спам галимый. Вот он, ребята, вот он уже явился, не запалился. Эти маленькие крестьяне сейчас будут меня тут колупать. Тем более их уже два. Нам нужно с вами вызвать паладина как можно быстрее. Ну, паладин. Вот, успел я все-таки, успел перехватить. А теперь надо что? А теперь нужно нам вызвать зомби взрывного. Вот таким вот образом. Но он все равно не очень много отнял здоровья. А давай вот так вот. Ой-ой-ой, я не зря, надеюсь, это сделал. Куда ты пошел? Ну, прыгун, ё-моё. Прыгун, ты меня сейчас так подведешь под монастырь. Хе-хе-хе. Отлично. Давай еще мечников. Нифига этот отряд, ребята, колбасит. Смотри, эти маленькие подшнырики наводят шороху здесь. Взрывай всех. Заморозка. Слушай, вот это хорошо. Сейчас заморозка, кстати, очень даже вовремя появилась. Ну-ка, всех их, ребят, к ногтю. Воу, тут даже половина испугалась и убежала куда-то. Так, хорош, наверное, пора уже тут что-то... Два... А как ты два паладина, интересно, призвал, а? Каким образом? Как ты это сделал? Чудо ты непутевое. Вот объясни мне, пожалуйста. Давай тоже вызовем паладина. Блин, ребята, минута времени. Я еще раз говорю, этот отряд у нас очень медленный. Очень медленный. Так. По-моему, пора друидку вызвать, если мы вообще хотим здесь с вами выиграть. Эй, не-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 не. О, испугался, это хорошо. Давай, прыгун.
Так, пробьем мы здесь или нет? Как вы думаете? Вряд ли. Наверное, не получится. Не успевает этот отряд по своей, из-за своей медлительности. А он меня спамит вот этими своими карапузами чертовыми, а? Смотри. Просто бомбит и бомбит. Ладно, опять придется, мне кажется, здесь брать имбовый отряд. Вообще, прыгун здесь не в тему. Вот в этой катке. Нафиг тут не нужен. Понимаешь? Он здесь не нужен. Ускоряла бы как-нибудь мне друидка мои вот войска. Вот это было бы шикарно. А они идут как штаны наложившие. В общем, по времени мы с вами опять здесь ничего не успели. Вот что я могу вам сказать. Все, фейл. Черт подери. Ай, ну в любом случае мы ему замок-то разбомбили. Давай дальше продолжать. Я от этого уровня не отступлюсь. Даже мне кажется вот этот вот. Да, вот этот отряд должен. Он, по крайней мере, побыстрее будет, чем тот, где паладин. Так, опять же, готовимся к спаму. Спам будем мы с вами, наверное, големом. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть, успел, по-моему. Да, успел, все отлично. У голема, по-моему, вот что мне нравится, у него есть отхил. Постепенный вот этот вот отхил, который нам очень здесь помогает. Потом дальше идет, ребята, джаггернаут. Ну и, в принципе, можно вызывать уже и баллисту. Вот она, баллиста, и поехали. Уничтожать всех этих охламонов. Так, пробивные, все отлично. Еще вызовем одного голема. И можно в завершении призвать деда. Как говорится, чтобы он шел уже полностью тут расколбашивал всех налево и направо. Давай, давай, я жду, пока есть время, я жду. Все, дед вышел. И, как говорится, погнали. Сейчас он тут будет всех наяривать. Просто бумс. Но смотри, паладин выдерживает удары. Иди отсюда. Выдерживает смело удар от деда. Значит, говорит о чем? О том, что враг здесь действительно, ребята, крепкий. И просто так нахрапом ты его не возьмешь. Приходится вот даже имбой, грубо говоря, бомбить. То есть нашим боссом, дедом. Разбомбили, все, шикарно. Отправляемся на второй этап. И здесь... Кстати, ребят, я вспомнил вот эту вот колоду. Здесь же, по-моему, у нас будет и грифон, да? По-моему, именно в этой катке будет грифон. Ладушки, против грифона у нас хорошо работает кто? Баллиста, конечно же, кто же еще? Ну где там твои мелкие сопляжуи? Че ты их не вызываешь-то? Крестьянинов своих, а? Че ты там выжидаешь? Вот так вот он решил, да? Он вызывает паладина, вызывает копейщика. И вызывает вот этого мелюзгоныша. Естественно, я вызываю, ребят, баллисту в противовес. Пускай она бомбит. Фаербол у меня на изготовке. Сейчас бомбанем. Вот так вот. Всех кучненько положили. Сейчас мышь чумную, он, наверное, мне забомбит. Да? Успеет или нет? Как думаешь? Наверное, не успеет. Хе-хей! Не успел. Так, давай еще джаггернаута вызовем. Я обожаю, когда чумная мышь делает вот эту вот кислоту под их ногами, которая постепенно их постепенно уничтожает. Ну и баллиста как в довесок просто на добивку стоит. Главное, что чумные мыши не вылетают вперед своего танка. Но с другой стороны, это иногда даже нам и вредит. Например, в этих случаях очень хорошо бы зашел бомбер, который пролетает по площади. Ему пофиг, кто там стоит, он просто летит и бомбит. Но тут, видишь, если удача улыбнется, то ты можешь побить врага. Если нет, ты можешь промазать. Ну давай, 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 давай. Есть. Карточка замка. Ну что же, шикарно, мы с вами переходим на следующий эпизод. Это у нас третий, и тут прибавляется, наверное, кто? Да, вот и начинаются, ребят, грифоны. Собственной персоны. Ладно, поехали. Будем надеяться, что успеем мы вызвать нашего... баллисту. Тут у нас два летающих юнита. Точнее, один летающий и один, который может подбивать воздушные цели. Ого, ого, как это ты так яростно и безмятежно вызвал своего крестьянина. Как он меня раздражает в этой каске. Не топырь, по-другому его не назвать. Ага, еще одного крестьянина вызвал. У меня тем временем копится, ребят, фаербол. Я вызываю джаггернаута. А он все хочет меня пробить, а? И сейчас стопудово полетит, ребята, грифон. Поэтому надо... надо подготовить баллисту. Надо подготовить баллисту. И я думаю, что даже не помешает нам чумная мышь летучая. Как-то он сразу двоих-то вызвал.
А как это он двоих сразу мог вызвать крестьянинов? Без какого-то там промежутка времени. Что-то здесь, ребятули, не то. Что-то здесь вообще не то. Он не мог так сделать. Странно. У него просто взяло и вышло два крестьянина одновременно. Обман. Это нечестно, я считаю. Так, ладно, грифона сейчас мы расстреляем. Мои баллисты, видите, на изготовке. Тут еще и заморозка выпала, правда. В холостую мы ее потратили. Давай, Джаггернаут, выходи. Все, ребят, хана замку, я думаю. Мои баллисты сейчас разбомбят здесь. И все идет у нас как надо. Фаербол в довеск мы повесим. Бам! Да, я даже деда не буду звать. Так расколбасим. Четенько, все идет как надо. Все идет великолепно, и мне это очень нравится. Ну что же, у нас предпоследний этап. Здесь, ребят, прибавляется лучник. Но знаете, почему мы хорошо идем? Потому что здесь уровни 86, ну и 88 есть один. То есть это еще приемлемо для нас. 88 и 89 это уже будет, ну, честно говоря, сложно. Лучник чем плох? Тем, что он поджигает врага. Он может, не то что он постоянно его жгет, но он периодически может так делать. И когда враг горит, точнее мой юнит горит, он получает урон. Причем приличный. Так, начинается все дело с паладина опять. Паладин тут же... А давай мы... Ой, зачем? Зачем я сейчас это сделал? Ладно, попробуем успеть. Голема вызвать успели? По-моему, успели. Так. Фаербол на изготовку. Погнали. Ага, вот таким вот образом будем пытаться. Лучнику сейчас будет хана, ребят. Мы пробьем щит. Должны пробить. Так, баллиста, главное подойди чуть-чуть поближе. Как говорится, в зону доставания. И все будет у нас тип-топ. Ой, кислотная лужа от чумной мыши. Все вообще шикарно. Вот чем мне нравится наш Джаггернаут, что он, когда погибает, да, он встает вот тут вот в позу мертвеца. И все равно врагу приходится бомбить его, чтобы уничтожить полностью. А за это время, это доли секунды, мы можем что-то с вами призвать и как-то помочь нашим бойцам. Вот мы и добрались с вами до замка. Тут уже вряд ли кто-то что-то ему поможет. Никакие не паладины, тут еще кислотную лужу периодически вызываем. Все, изи, имбово. Мы прошли. И сейчас будет последний этап с боссом. Там, наверное, будет все-таки у нас епископ. Мы сейчас посмотрим. Да, ребята, тут и епископ, тут у нас крестьяне, паладин, лучники и грифон. То есть, хотелось бы, конечно, этим отрядом поиграть дальше, но энергия закончилась. Делаем выводы, что остается только вот этот вот отряд. Угу. Вот этот отряд. Если бы мы вот в этот отряд вместо молотильщика взяли бы баллисту, это был бы просто вообще имбец полнейший. Ну давай, вызывай своего там крестьянина. Я же знаю, что он у тебя первым должен пойти. И знаете, в чем еще здесь у нас преимущество, ребят? Потому что компьютер почему-то не пользуется своими навыками башен. Понимаешь? Он их не использует. Я не знаю, с чем это связано, почему так. Он редко-редко, когда-то я видел, что там может применить. Но особо он их так не жалует. Так, ну что, моя ведьма готова. Она вызывается. Ну, само собой, здесь сейчас будет, наверное, звездец полнейший. Ну, по крайней мере, мы сейчас уничтожим просто-напросто этого грифона. Дюн! Ага, вот так вот. И, естественно, выходит епископ. Как же без него-то? Без него здесь никак. С отраженницем, все как полагается, ребят. Ну что, епископ, сразу на попятную. Сразу пужанулся, да? А мы вот так еще влепим. Вот это имбово, ребят. Ему просто фартит. Тихо ты. Лучник, ты что делаешь, а? Смотри. Вот докопался-то, а? Давай, ребятули, накажем этого лукаря. А то он тут расстрелялся, почувствовал, да? Королем себя. Да, я думаю, хана сейчас будет в базе. Ну, последние удары есть. Что могу сказать? Только одно. Мне показалось, что мы прошли вот вообще вот эту катку изейши. То есть с первого по последний уровень. Практически без сучка и задоринки. И реворд достойный. 10 карточек на короля и 10 карточек на башню с фаерболом. И вот она, территория роботов.
Слушайте, мы, кстати, давно с вами не видели, знаете, какую команду? Помните, у нас толкатель был вредный такой, а? Сейчас его почему-то здесь нету. Но вот этот вот молотильщик меня всегда раздражал и будет раздражать, поэтому... Поехали, попробуем. 88-е левлы, кстати, я только сейчас заметил, успел заглянуть, приглянуться, что у них практически 90-й уровень. Как мы сейчас будем тут справляться, я вот, честно сказать, не знаю. Мечника, скорее всего, они будут разрубать. Причем довольно изи. Посмотри, как они... Посмотри. Бомс. И нам это не помогло, да? Ё-моё, все равно он саданул по базе. Ох-ох-ох-ох-ошечки. То есть, ребят, эта команда не годится. Ты посмотри на этого молотильщика. Он достал, он просто достал. Несмотря на то, что он ватный такой, он все равно нас достает. Давай-ка попробуем бомба... Бомбануть, хотел сказать, попробуем. Ну да. Какой этот молотильщик зануда, а? Под прикрытием щитоносца это вообще какая-то имбуха. Ладно, ребят, проигрываем здесь. Тут не вариант. Тут не вариант. Эта команда совсем не годится для вот этих вот. Только имба сейчас здесь должна рулить. Почему? Ну потому что здесь есть Ронин. Ронин, конечно же, легко справляется с молотильщиком. По-моему, так должно быть. Так, что у нас тут по квестам? Давай закончим. И все, да? Сразись в боях на арене и одержи победу, на, опять же, на аренах. Нечего. Ох ты, здесь-то почему у нас не улучшены, а? С какого вдруг перепуга у меня здесь не улучшенные башни находятся? Так, здесь тоже можно, в принципе, что-нибудь улучшить или кого-нибудь. Так, тигра я хотел, ребят, тигра я хотел улучшать. Какой, сколько он там? Слушай, 56 уровень, нормуль. Так, мы с вами еще квест завершили. Во. 254 гема. Так, в магазине, как всегда, пусто. Ну что, давай попробуем, ребята, с вами сыграть имбовой командой. Там у нас энергии мало, по-моему. Одна или две. Так, здесь две. Ну, хорош, и здесь две. Поехали. В общем, вся суть — это контрить молотильщика. Кем, пока не знаю. Ронином. Ну, Ронином будем, раз такая песня пошла. Давай проверим, кто сильнее. Ну, естественно, Ронин, ребят. Ронин все-таки сильнее молотильщика. И это мне нравится. И он довольно неплохо наносит урон даже этому щитоносцу. Вы заметили, да? О, с отражением, к тому же. Хе! Вообще великолепно. Даже если что, ребят, у меня ульта есть. Вообще, просто проходим, как будто, вот знаете, сыр в масло. Почему сыр в масло, когда должен быть нож в масло? Я уже все, я уже, ребята, заговариваюсь по полной программе. Думаю, это совсем о другом вообще. Ой, сыр в масле. Это он катается, как сыр в масле. А проходит он сквозь них, как нож в масло, вот так вот. Так, ну что, я выиграл эту битву. У нас сейчас с вами дистанция между замками увеличится, поэтому мы... Паук-бот здесь появляется. Так, все равно нам нужно играть вот этой командой. Потому что паук-бот и все те же самые молотильщики и щитоносцы остаются здесь на прежнем месте. Ну давай, я готов. Выпускай, я тоже выпущу Ронина, который тебя покарает. Но он почему-то ничего не делает. Щитоносец. Ага, вот, ребята, и молотильщик вышел. Тыч! Вообще шикарно. Тоже выпущу своего этого молотильщика. И будем дальше с вами копить на кого? На ведьму, конечно же. Ах ты! Вот он, ребята, зловредный бот-паук. Дай энергию сюда. Поехала ульта моя. Оп! 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 Как вам, понравилось? Давай, ведьма, бомби. И сейчас, кстати, я не удивлюсь, если будет срабатывать у этого молотильщика ульта. Причем постоянно. Будем смотреть сейчас, будет срабатывать или нет. Надо же, не сработало, ё-моё. Обычно постоянно срабатывает, когда особенно я вызываю ведьму. Но тут, как ни странно, он просирает. Просирает вообще полностью. Вызвал. Все-таки получилось у него, да, вызвать. Ну давай, погнали. Он хочет... Ведьму, ты прикинь, он ведьму бомбит. Он ее притянуть не может, но урон она получает.
Вот так-то. Давай, давай. Ну тут осталось-то совсем маленечко. Ну что же вы? Бомбим базу. Е! Тотальное уничтожение. Ух, энергия-то хоть осталась, по-моему, не шиша. Тут по нолям. Тут опять, ребят, по нолям. И осталось всего лишь вот здесь вот две. Но тут, тут появляется Джаггернаут. И опять же молотильщик. Джаггернаут и молотильщик. Слушай, я думаю, здесь надо убирать зомби-камикадзе. Потому что, ну, он тут вообще не нужен. Никак он здесь не смотрится. Да и ни к чему ему здесь находиться. Верно? Верно. Так что давай мы с тобой пересмотрим эту команду. Убираем вот так прыгуна тоже. И давай присмотримся, кого мы можем здесь с вами взять. Мы можем взять БФГ. Ну, знаешь, в чем проблема? Что БФГ может погибать от одной пилы, которую будет выпускать молотильщик, если будет погибать. То есть, как бы невыгодно, да, нерезонно. Если мы с вами будем вызывать... Этот непрокачанный у нас жаба с пушкой. Вот всадник на журавле пойдет. И, скорее всего, можно было бы вызвать некро. Но некро тоже слабое. Понимаешь? Джаггернаут у нас в другом отряде. Бородавочник. Дорогой. Хм. Неужели бы ФГ брать, а? Тут такой риск большой. Ну, я думаю, наверное, все-таки я возьму. Ой, поехали. Если не получится сейчас про... Ах, тут еще можно проапаться маленечко. Ну, давай проапаемся. Тут есть очень большой риск. Ну, не оправдается. Ну, что ж поделаешь, ребят. Будем с вами закругляться и встречаться уже в следующей серии. Ну, а пока надо стараться, надо пробовать что-то делать. Если мы будем успевать... Расстояние не такое уж и большое. Вот он, ребят, он вызвал молотильщика. Если я успею вызвать, то все хорошо. Погнали. Ага. Теперь мне, ребят, нужен всадник. Вот он, всадника я вызвал. Постараемся. Я не уверен, конечно, что тут хорошо что-то получится у нас. Будем пытаться. Ага, молотильщик погибает. Давай-ка вот так ультой. Слушай, ну пока нам везет. Пока вот в данный момент нам очень хорошо везет. Так, погоди-ка, погоди-ка. Он... Ах ты! Да, Джаггернаут же, ё-моё, его же нужно сдерживать. Ну! Блин! Вот, я успел вроде бы паладина призвать. Давай еще мечника призовем. Так, и пошла опять же, ребята, очередная ульта. БФГ вызываем. Кто там, я не могу понять. Там Джи... А, он Джаггернаут там лежит, ё-моё, я думаю, в чем проблема-то? Так, давай еще одного всадника вызовем. Ну, попробуем. По идее, мне надо, ребята, вызвать друидушку мою. Я буду копить, наверное, на нее. А мои там замок, что ли, колбасят? Ну да. И причем довольно неплохо. Бомбят. Никто ничего там сделать не может, представляешь? Ульта. Слушай, по-моему, мы сейчас замок заколбасим. Два всадника на журавле просто разбомбят замок. Никто ничего сделать вообще не может. Е, вот так вот, они просто стояли и бомбили в то время, пока я там оборонялся. Отлично, удачно все получилось, главное, что сработала наша комбинация. Так, а здесь, ой, ПРСТ. Вот здесь вот как раз-то плохо все. Здесь у нас, ребят, появляется хилбот. Да-да, именно хилбот собственной персоны. Поехали, черт бы его побрал. Слушай, а всадник на журавле, по-моему, может же пройти, да, мимо них? И как раз их бомбануть. Но если они будут друг друга хилять, это будет очень плохо. Так, вызовем паладина для... Ну ладно, давай вызовем паладина и, наверное, БФГ. Если у БФГ будет, ребят, срабатывать часто выстрел дальний, то, по идее, хилбот должен сразу же погибать. Или я чего-то путаю. А вот так вот если мы сделаем. Пробуем, ребят, пробуем такой вариант. Хорошо. Слушай, ну пока вроде бы неплохо идет все. Так, давай еще одного паладина призовем. И я уже, наверное, буду сейчас копить на друидку. Смотри, он успевает захилять, ты представляешь? Давай еще одного всадника вызовем.
Еще одного всадника и мечника. Потому что, ну, что-то тут вообще уж как-то чересчур уж больно много вас, ребят, тут объявилось. И друидка. Вот она, на выходе. Ребят, друидка на выходе, так что я думаю, что все. Будет все имбово. Где мы эти все БФГшки? Всех поуничтожали, что ли, получается, да? Так, ну, естественно, там хилботы. Вся эта ересь. Так, усиляй, друидка, наших ребят. Желательно побыстрее. Ты посмотри, какая там просто армия. Давай вот так вот сделаем. Всю ее истребим. Вот отталкивание здесь как раз не нужно, друидушка. Потому что ты отталкиваешь хилбота, и он начинает там с задних рядов хилять. Надо вот так вот просто бомбить. 48 секунд. Ребят, 48 секунд у нас всего лишь времени в запасе. Естественно, вылетела пила от молотильщика. Ты посмотри, все залагало. Залагало, потому что тут армия просто пипец какая. И да. Ха-ха. Ну это же круто, это же вообще великолепно. Я обожаю, когда мы так выигрываем. У нас есть энергия еще? Да, одна энергия. О, ё, Коломане, термин 9000. Мы его не пройдем. Мы его этим отрядом не пройдем. Даже как бы я тут не старался, но не сможем. Потому что хилбот, он будет его хилять и надеяться на то, что нам выпадет ураганчик или заморозка. Заморозка — это такой маленький шанс на самом-то деле. Ой, БФГшки, БФГшки. Ладно, давайте потратим последнюю энергию. Как говорится, лично убедимся, что он, это просто, ну, ноль шансов на победу. Да, и друидка здесь особо нам не поможет. Со своими тотемами не поможет. Естественно, выходит молотильщик. Поехали, ребят. Не знаю. Не знаю. Сразу же, конечно, выпускает циркуляру. А как же без этого, блин? Я пока, наверное, не буду тратить ульту. Не хочу, не буду. Я думаю, что не нужно этого делать. И вот попробую призвать вот так, ребят, друидку. А уже под друидку будем с вами, ребята, ориентироваться. Он тоже уже вызвал босса, я чувствую, потому что как тормозит... Нет? Я думал, потому что как начало лагать, вышел этот термин, но нет. Пока никто не вышел. Как-то странно, никого он пока не вызывает. Меня это смущает. Где твой этот термин? Вон он, ребята, вон он вышел. Фух, погнали. О, ураганчик. Слушай, ну может быть. Да нет, хотя вряд ли. Ай, как же он достает, а, ребята. Он имбово просто достает. Ты посмотри, Ну, дай мне энергию. Не получается никак. И друид... Нет, друидка еще жива. Ну одна. На что она здесь одна сделала? Ничего. Давай так попробуем. Секунда. Блин. Ну пипец какой-то. Просто тут... Драка не на жизнь, а на смерть. Ребят, тут по-другому не назовешь. Я вот, знаете что, даже попробую призвать еще одну друидку. И посмотреть, будет ли от этого какой-то толк с двумя друидками. Должны, по идее, в два раза больше вызывать тотемов, да? Ну, по времени мы уже с вами однозначно не успеем. Там что-то падает, ломается, кто-то разбирается. Ой-ой-ой, вообще лагает ужасно, ребят, даже страшно играть. Не знаю, почему они не могут эту игру оптимизировать. Не такая уж она и требовательная, да? Чтобы вот так вот лагать на пустом причем месте. Джаггернауты, конечно, да, здесь очень сложно с ними пробиться, ребята. Я попробую сейчас ульту сделать. Понимаешь, я термину вообще не наношу урон, ребят. Вот, минимальный, но если сейчас выйдет сзади хилбот, вот смотрите, что он делает. Он его полностью восстанавливает. Ну как тут, блин, как мне его продамажить? Как? Каким макаром, а? Я уже, ребят, все, что можно, делаю здесь. У меня уже друидка погибла одна, представляешь? Сейчас и вторая, видимо, отдуплится. Нет, тут... Тут, мне кажется, это бесполезняк все.
Ну, просто бесполезно. Хоть ты тут что делай. Мы его вот оглушаем сзади, как видите, хилбот идет, и он начинает его уже восстанавливать. Фигненция это все полнейшая. Лава, давай ускорим весь этот процесс, потому что он затянется у нас, по-моему, тут навечно. Все равно, мне кажется, мы здесь с вами проиграем. Нас продамажат. Рано или поздно. Блин, я карточку не успел схватить. Вызываем еще одну друидку и погнали. Мне бы хотя бы, ребят, пробиться. Может быть, опыта заработать. Да, уже заработать. Смотри, он уже по друидке шпарит, да? Так, хорош. Давай, давай, бомбим, бомбим. Вот только сейчас мы его прожали, ребят. Ну, сколько нам пришлось потратить на это сил? Да дайте мне карточку, все лагает. Я даже не успеваю, ребята, не успеваю ничего подобрать. Обидно. Но все-таки мы с вами победили. Ужас как лагает, ужас просто-напросто. Так, сундук, нет, не буду я пока, наверное, брать сундук. Посмотрим, может быть, у нас энергия где-то появилась. Есть, вот здесь вот. Слушай, ну, можно попробовать, да? Я думаю, что стоит. Дедушка, если подойдет, опять же повторюсь, и нагреет его хорошенько, то, возможно, мы пройдем. Но, опять же, кто у нас тут? Молотильщики, да, молотильщики, вся эта беда в них будет. Чумные мыши здесь будут ложиться просто пачками от его огня, он же стреляет как бы снарядами. А помимо этих, вот, и хилботы. А, кстати, подожди-ка, мы можем, знаешь, что сделать? Сейчас посмотрим. Что? Ты серьезно вот сейчас вот это сделал? На нафиг. Давай, ребят, вызываем баллисту и начинаем, короче, расколбас. Начинаем здесь расколбас. Карточки все, конечно же, это собираем. Две чумные мыши пускай летают. Так, баллиста, ты... а, попадает. Все, ребята, я буду с вами копить на нашего деда. Так, дедушка, ты готов? Готов выходить? Он готов, я его вызвал. Так, хилбот, естественно, естественно, ребят, там стараются. Вон он и термин. Сейчас, если уничтожим вот этих вот, естественно, я буду, ребята, фаербол применять. Дед! Дед! Не дает. Поехали. Вот так вот. Заплевываем, заплевываем, заплевываем. Главное, чтобы хилботу не дать хилботу, ребята. Все, мы убили босса. Я просто боялся, если сзади выйдет хилбот, он, естественно, его, ребята, отхилит. Понимаешь, да, к чему я говорю? Ладно, фиг с ним, мы потеряли с вами баллист. Времени мало, 49 секунд. Заплевывайте. Так, вот мы еще сделаем с вами такую штуку. Так, вся надежда на летающих юнитов у нас. Давай, давай, пробиваем. Кто там? Ну, выходите, у меня фаербол на изготовке. Погнали. Джаггернаута мы должны прикончить. 26 секунд. Ураганчик. Карточки. Только в путь карточки тут вылетают у нас. А-а-а! Щитоносец. Мы его снесли. И да. Отлично у нас получилось. Блин, напряженные бои. Вообще очень напряженные, но они мне нравятся. Так, 10 бомбера, 10 щитоносца и 10 тысяч монет. Прикольно, мы с вами попадаем на территорию захватчиков. Энергия-то у нас хоть где-нибудь есть? Нету, нету, к сожалению, ребят. Ну что же, тогда на этой ноте будем с вами завершать. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. А на этом все, всем пока и удачи. We found a different